Скажите, какое имеет значение статуэтка слоника, у которого хобот вверх и вниз? Большое спасибо. Статуэтка слоника обозначает любовь. Не верьте никому абсолютно, ни одному человеку, который вам будет говорить, что статуэтка слоника обозначает материальное благополучие. Это ошибка. Даже если человек говорит «Ом гам ганапатае намаха» и думает, что это принесет ему материальное благополучие, это неправда. Существует определенная тантра, она называется Шива Шанкара тантра. И что в этой тантре написано? Написано, что любимым сыном Правати был Ганеша. И он сидел у нее на колене и влюблял в себе всех. Такой красоты и такой любви, как делал Ганеша, не было ни у кого. Если женщина не может выйти замуж и будет носить с собой Ганешу, или будет возле его стоп ставить свечи, то будет чрезвычайно богатой. И будет чрезвычайно среди мужчин популярной. Если мужчина выйдет, женится быстро. Если перед вами находится женщина или мужчина, если представлять, будто этот мужчина или женщина имеют хобот и слоновьи ушки, то тот человек, которого вы представляете, который вы, перед вами становится, начнет вас обожать. А Лакшми обозначает